Başla da. Oo Edi. Oo. Düğün ayladım apır gideyim. Почему не прыгнули? Что вы молчите? Отвечайте. Не знаю, как с ним разговаривать. Рапорт. На мое имя. Капитан Николаев слушает. Точно, товарищ полковник. Десантник из него вряд ли получится. Не были бы смелых. Разрешите оформить перевод в роту снабжения? Есть. Что с вами? Вам не здоровится? Никак нет, товарищ старший лейтенант. Ничего страшного. Товарищ майор, разрешите идти рядовому Назарову? Да, разрешаю. Можете идти, Назаров? Есть. Да, наломаем мы дров с этим Назаровым. А по-моему, он неплохой парень. Гордый, мне понравился. Не могу я с вами согласиться. Гордый трусом не бывает. Назаров не трус, товарищ капитан. Уйнов, вы имеете боевой опыт. Подумайте, в Афганистане такая его выходка могла стоить жизни многим другим. И все же, я верю в Назарова, товарищ капитан. Да? Я тоже. Вот, становись! С углубом! Я! Назарова ко мне! Есть!
Передавай Назаров старшему лейтенанту. Где Назаров? А он, наверное, отрабатывает приемы прыжка с парашютом. Отставить. Где Назаров? Кто знает, где Назаров? Почему не выполняете приказ? Товарищ старший лейтенант, Назаров отсутствует. Не понял. Его нет в строю. Где он находится? Не могу знать. У вашего товарища неприятности, а вы даже не знаете, где он находится и что с ним. Немедленно разыскать Назарова. Есть! Взвод, слушай мою команду! Рассыпаться по территории и найти Назарова. Разойдись! Дежурный? Я. А что, у нас сегодня гостей нет? Никто не приезжал? Нет. Ни одного человека? Ни одного. Комбарон, почему не ищешь Мурада? Приказ командира тебя не касается, что ли? Луговки, ты слышишь меня, а? Опять философствуешь. Философ, молодец, молодец. Оскар, тут. Салма. Слушай, Лугов, а что такое философия? Будь друг, объясни, а? Учиться надо, Бахтияров, учиться. Да учился я, честное слово, хорошо учился. Учитель у нас был не учитель, а одно слово учитель. Дубовый, что ли? Да, дубовый. Да, ты все равно не поймешь. Пойму, сильно пойму. Объясни, а? Сильно поймешь? Да. Ну, слушай, Бахтияров, каждый человек, имеющий свое понимание окружающего мира, философ. А его объяснение философия. Понял? Только зачем ты мучишься? Зачем? Да. Что несешь ты? Вот кашу Назару несу. Он сегодня не обедал. Ну я пойду. Давай. Пойду искать Мурада. Ты не пойдешь? Трусов не ищу. Что? То, что слышал. Ненавижу трусов. А что ты говоришь? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Мурат не трус. Как ты можешь вообще назвать человека трусом, если ты его не знаешь? Ты знаешь, что у нас в деревне за такие вещи делают? Ну, что у вас делают? По морде дают. По морде дают? Ну. Давай, давай, давай. На. Пусти. Давай. Хуже будет. Свали тут по морде. Каш не распишет. По морде. Ну, Луговкин. Что, Луговкин, а? 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 Будешь драться? Нет. Не будешь? Нет, пусти. Ну тогда гуляй. Мы еще поговорим. Иди, иди. Газель. Салам, Газель. Зачем? Это была не ты.
Нет, Мурат, это была не я. Марал! На коне! Это была ты, Марал! Мама, ты не знаешь эту девушку на коне? Не знаю, сынок. В нашем ауле такой девушки нет. Адам, Мурат! Вот ты где! Там вся рота тебя ищет, а он тут размечтался. Вай-вай-вай-вай, что с тобой, Джигит? А ну посмотри на меня. А да ладно тебе. Что, грустно? Грустно тебе? Грустно? Слушай, а что ты делаешь, когда тебе грустно? А, Мурат? Что я делаю? Сажусь на халтикинца и скачу по степи так, чтобы из глаз потекли слезы. Вот тогда у меня все проходит. А я люблю петь. Хочешь, спою? Спой. Ну, иди сюда. Saçın ucun örmez de, gül sulu dermez de sar gelin. Saçın ucun örmez de, gül sulu dermez de sar gelin. Seni bana vermez de, adenen ölsün sar gelin ama. Yandım aman aman, dedim aman aman sarayım. Вот объясни мне, человек одет, обут, харчей по горло, а тут вот, понимаешь, кошки скребут. Ага. Я бы объяснил, Ваня, да не поймешь. Что ты заладил, не поймешь, не поймешь. Что ж ты злой такой? А да ты чего не спишь? Да так. Переживает, да? Это правда, что тебя переводят? Кто сказал? Логовкин. Говорит за трусость. Вот я пытаюсь понять, что ты за человек? А этого, Ваня, тебе вообще не понять. Один ты у нас умный, остальные все дубовые. Спи, Ванечка, спи. Чего уставился?
Я тебя спрашиваю, что смотришь? Да, это я сказал, что ты трус. Потому что ненавижу трусов. Я один. Все говорят, что ты трус. Наказаны. Как вы могли сказать такое о своем товарище? Не надо, товарищ старший лейтенант. Не наказывайте его. Слышите? Он благороден. Благороден и смел. Мама, прости меня. Отец. Я понимаю тебя, сын. Лучше смерть, чем позор. Любимая, я не мог иначе. Назаров! Я. Ко мне! Есть. Чем вы тут занимаетесь? Я вас спрашиваю, чем вы тут занимаетесь? Что с вами происходит? Азар? Ну ладно. С завтрашнего дня займемся с вами индивидуальной подготовкой. Пошел! Быстрее! Быстрее! Еще раз! Лабиринт! Так! Уже лучше! Сначала! Пошел! Так.
и убежал в широкую степь. Нет, спасибо, не хочу. Бахтияров! Я! Ко мне! Есть! Товарищ гвардейский! Отставить! Что, грустит ваш друг? Да, очень. А что же вы не подбодрите его? Вы знаете, товарищ старший лейтенант, это невозможно. Почему? Ну, потому что ему нужен конь. Какой конь? Зачем? Бахалтикинский, чтоб слезы из глаз пошли. Товарищ старший лейтенант, говорят, его переводят. Вот он и грустит. Ясно. Хорошо. Борьбу как положено. Назаров, перестаньте строить из себя обиженную девицу. Встаньте и начните борьбу сначала. Назаров, нападайте смело, энергично. Да не мучайте вы парня зря, понял. Послушайтесь моего совета. Назаров, встаньте. Суглубов, отдохните, я сам. Ну? Нападайте. Отставить смех. Вставайте, Назаров, нападайте. Нападайте на меня, говорю вам. На вас? Нападайте. Товарищ старший. Нападайте. На вас не могу, товарищ старший лейтенант. Отставить разговоры. Выполняйте приказ. Нападайте. Нет. Слушайте, Назаров, что улыбаетесь как? Ну, представьте себе, что я ваш брат. Брат ваших друзей, нашей Родины, наконец. Ну, вообразите и нападайте. Ну, Назаров, нападайте. Да. Но это же черт знает, что такое. Я ваш брат. Я ворвался в ваш дом. У вас есть сестра, мать? Есть. Есть? Представьте себе, что это важно. Нападайте.
Вы же сильный парень. Каким спортом занимались, Назаров? Никаким. Товарищ старший лейтенант, слушаю вас. Вы нарочно поддались ему? Я? Да. Почему вы так решили? Не знаю как-то. Взвод, смирно! Отставить. Больно! Продолжайте занятие. Продолжайте, едь. Товарищ старший лейтенант. Слушаю вас. Разрешите поинтересоваться, куда вы их готовите? Не понял. Молодежь нужно ориентировать на современное военное мышление. А с вашими, извините, фельдфебельскими методами далеко не уедешь. Теперь поняли? Да, точно, теперь понял. Но не могу с вами согласиться. Считаю, что такие понятия, как родина, мать, и по сей день не устарели. И давай, Назаров, ко мне! Рядовой Назаров, отставить! Останетесь охранять матрасы. Есть! Охранять матрасы. Послушай, Назаров, ведь он тебе поддался, правда? Кто? Буйнов. Ведь он тебе поддался, признайся. Я не знаю. А я знаю. Его невозможно победить. Извините, старший лейтенант. Я сейчас. Говорят, вы подразниваете солдат. Это что, новый метод подготовки? Товарищ полковник, я хочу, чтобы солдаты думали о защите Родины не абстрактно, а реально. С помощью таких методов? Да вы понимаете, куда вас занесло? Так ведь можно и до мордобития дойти. Неужели вы думаете, старший лейтенант, что существующие методы воспитания воли и мужества недостаточны? Так точно, товарищ полковник.
старина? Все в порядке? Да. ВДВ? Ну, понятно. Пойдем, Юстина. Товарищ, разрешите представить вам Виду Юхановну. Здесь похоронены ее однополчане. Пожалуйста, прошу вас. Летом, в 41-м, я тоже была молодой,
Мне тогда было столько же лет, сколько вам сейчас. Я была медсестрой. Однажды шла я в блиндаж командира роты. Он был ранен. Сопровождал меня смуглый, симпатичный молодой солдат. Это Мурат Аман. Вот я и хочу вам сейчас рассказать о нем, о Мураде, который погиб геройски, защищая мою родную Литву. Дежурный? Я. А что у нас сегодня, гостей нет? Есть. Петрова мать приехала. И больше никого? Нет. Посмотри. Давай. Филосов, прикинь, ты что-то навёл.
Здесь. А да это ее дом? Да. Ой, какой дом. О. А это она сама? Да, это она. Ну, пошли. Аскер, может, другой раз... Слушай, Мурат, будь мужчиной, слушай. Учись у Бахтиярова, как надо с девушками знакомиться. Пошли. О, русалка балтийских просторов! О, жемчужина чистых озер! О, янтарь души солдатской! Что вы сказали? Здравствуйте, говорю, да? Просьба есть! Какая просьба? Понимаете, говорят, у вас во дворе самый чистый колодец. Нельзя ли водички попить? Жажда замучила, особенно моего друга Мурада. Проходите, пожалуйста. Давай, иди, иди, иди. А вы? Нет, нет, спасибо. Это Мурат хочет водички. А этот мороженое хочет. Извините. Пойдем. Вас Мурат зовет? Да. А вас? А меня Юстина. Юстина! Юстина, будь добра, помоги мне перенести коробки. Хорошо. Вы извините меня, я пойду помогу. Если можно, я тоже с вами. Пожалуйста. Вот, бери. Юстина, признайся, это твоя симпатия? Скажите, очень красивый юноша.
Мы с Айгором учимся вместе. Вот и все. А что там за крепость? Средневековая. У вас есть такие? Археологи раскопали под Ашхабадом крепость, целый город, Низу. До нашей эры там жил очень воинственный народ. Даже римские легионеры не могли устоять перед ними. Но парфяне, так назывался этот народ, не только воевали, но и создавали свою культуру. На найденных при раскопках ритонах из слоновой кости были хорошо видны изображения зверей, всяких птиц, олимпийских богов. А парфяне были красивые? Наверное. Привет, Барбас. А как ты думаешь, наверное, воины? Парфяне привозили себе пленниц. Стой! Смирно! Вольно! Чья машина? Моя. Помогите мне. Помогите мне задержать преступника. Вы же ранены. Да, сейчас не до этого. Потом. Уйдут же они. Потом, сейчас же вызвать скорую помощь. Диман, вызывай скорую, а я поехал. Я еду с тобой. Ладно. Может, ваш избранник составит мне компанию по поимке преступника? Аркур, ты тогда помоги милиционеру. Хорошо. И я с вами. Может, останешься? Нет, я еду. Остайтесь вы. Черт.
Вставай, двигай. Юстина, закройся в машине и не выходи. Нет, нет, не уходи, я боюсь. Ну там Айвар. Мы скоро вернемся. Мурат! Здесь они нас не найдут. Заткнись. Серый, надо смываться. Завалим этот цикл. Гостей нет? Никто не приезжал? Нет. Ни одного человека? Ни одного. Привет. Здравствуй. Это ты мне цветы принес? Тебе. Спасибо. Что с тобой? А с тобой? Я не знаю, что со мной. Сама не знаю. Юстина! Да-да-да! Здравствуйте. А я вас каждый день ждала. Каждый день не надо. Увольнительно дают только по воскресеньям. То, если заслужить. А-а-а. Ну, проходите, пожалуйста. Нет, нет, спасибо. Мы лучше пойдем мороженое покушать. А может, вы водички хотите? Нет, нет, мы больше мороженое предпочитаем.
О, Айвор! Салам! Салам. Ты ко мне или случайно здесь? К тебе. Да. Я очень рад тебя видеть. Зря радуешься. Я пришел поговорить с тобой. Да? Хорошо. Что-нибудь случилось? Говори, Аль. Я слушаю тебя. Айва, что случилось? Что молчишь? В общем, я должен тебе сказать, что ты не прав. В чем? В чем? Вскружил девчонке голову, еще спрашивает, в чем? Истинные мужчины так не поступают. Айва! Айва, подожди! О чем ты говоришь? Я ее люблю. Ты это можешь понять? Сегодня любишь, а завтра что? Что завтра? А завтра ты уедешь в свои каракумы. Ты подумал, что будет с ней, когда она останется тут без тебя одна? Или ты собираешься взять ее, не знаю, там, 12-й женой? Да, только не 12-й, а единственный. Единственный. Сказать легко. Сначала нужно сделать, а потом говорить. Айварджан, ты хочешь меня обвинить в чем-то? Да. В чем? В том, что настоящий влюбленный никогда не поступает так со своей возлюбленной. Он сначала думает о ней, а потом уже о себе. Говори яснее, прошу тебя. Пожалуйста. Ты подумал, каково ей будет там, в Каракумах? Не заскучает ли она? Понравится ли ей там? Ты даже не знаешь, как ее примут твои родные. Она ведь языка не знает. Пески в глаза не видала. Что она будет делать в жару среди ваших баранов и барханов? Обращайтесь. Рядовому Назарову письмо.
Назаров! Я! Ко мне! Я! Получите письмо. Она сказала, что завтра уезжает. Спасибо. Смотри, не найди себе другую пленницу. До свидания, мой Парфянин.
Еще правее. Только бы он не раскрыл запасной. Верх не обрезал строп, они спускаются на одном парашюте. Неужели еще не все джигиты собрались? О чем ты говоришь, Мурат? Ведь ты погиб, и праздник отменили. Как? Да-да, Мурат, ты погиб. Все в порядке? Да. Считайте, что второй раз родились. Хорошо, товарищ старший лейтенант. Все очень хорошо.